На машине по Казахстану. В стране стартовала автоэкспедиция. 10 легендарных внедорожников «Туарег» и «Амарок» проедут по территории 7 областей Казахстана. А еще посетят 5 национальных парков и преодолеют 10 горных перевалов. Сегодня легендарные проекты в нашем городе. С места события Бек Абдинов. 10 000 километров, 7 регионов, и это только начало. На новых авто участники проекта проедутся по самым живописным и уникальным уголкам Казахстана. Организаторами автопробега выступило Казахское географическое общество и компания «Меркур Авто» с торговой маркой Volkswagen. Организаторы намерены выявить чувство патриотизма у каждого казахстанца, и это главная цель экспедиции. 17 сентября мы стартовали от Коктөбе, город Алматы. И вот сегодня мы проехали 4000 с лишним километров, проехали по маршруту Жаркент-Арасан, Алакуль, Зайсан и Маркакуль, Рахмановы ключи. Вчера мы были в Сибинских озерах, и всю ночь мы ехали, и под утро приехали в Караганду. Главная задача организаторов экспедиции – раскрытие туристического потенциала страны. Ведь Казахстан – это не только Балхаш, Боровой и Каркалинск. Это богатая земля своей истории, о которой мы еще много чего не знаем. Для достижения поставленных перед экспедицией целей большое внимание уделено информированию. А одним из официальных партнеров автоэкспедиции в Караганде стал автоцентр «Бахус». Приветствовать на нашей карагандинской земле, в нашем автоцентре «Бахус». Всегда рад вас встретить. И я думаю, что как бы внести тоже свою лепту, да, в ваш автопробег. После Караганды внедорожники посетят Астану, Боровой и Кокшетау. Там их уже ждут местные жители. Грандиозное автошоу закончится в начале следующего месяца. Компания «Меркур Авто» особую благодарность хочет выразить своим официальным дилерам в Караганде, автоцентру «Бахус». Бек Абдинов, Тулеген Рашид, Евгений Афанасьев, Первый карагандинский.